На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Рыбалкин Евгений, мне 11 лет. Я посещаю детское объединение «Родничок» 3 года. Номинация «Мой любимый поэт». На свете живут разноцветные дети. Живу на одной разноцветной планете. И эта планета на все времена. У всех разноцветных всего лишь одна. Кружится планета, большая планета. Ладонями солнца она обогрета. Нагреют планету намного теплее. Улыбки и смех разноцветных детей. Ведь правда, друзья, хорошо на планете, когда на планете хозяева дети. Давайте, ребята, на зло непогодам обмеем планету своим хороводом. Развеем над ней и тучи, и дым. В обиду ее никому не дадим.